Друзья, всем привет, с вами Дед Витос и, конечно же, Додж Горилла. Находимся мы в Ростове на Тачанке. Это то место, где мы собираемся в Ростове каждую субботу. Приезжайте, кому скучно. Так, ребят, короче, было принято решение снимать все одним дублем, потому что, когда я начал корчить из себя умника, получается полная херня. Поэтому буду рассказывать вам все просто и понятно. Короче, пошли. Додж Горилла. По внешнему виду, что было изменено, ребят? Конечно же, решетка, которая нравится детям и ихним мамам. Сверху автомобиль был покрыт винилом, под низом наклейки виниловые. Удобно, охрененно, мыть вообще дунул, даже протирать не надо, смотрите, он чистый, шикарный автомобиль. Были колеса поставлены, колеса ребятам с Владивостока, Санек, Ярик, огромное спасибо, Динамика Авто. Они нашли мне диски, которые держат 2 тонны. 2 тонны это как раз то, что надо для этого автомобиля, потому что все, что вы можете купить в магазине, это максимально 900 килограмм, по-моему. Вот, ребятам огромное спасибо за то, что нашли мне эти диски, притом еще по цене в два раза дешевле, чем в Москве. И я ни хрена не шучу, по-моему, около 50-40 чем-то тысяч, по-моему, стоили они во Владике. И такие же диски, только 900 килограмм нагрузка, в Москве стоят 80 чем-то тысяч. Резина, корейцам спасибо огромное, сделали на заказ 5 колес. Резина показала себя шикарно, охрененно, ездит, не шумит, гребет, все хорошо. Ну и, конечно же, была изготовлена заново полностью вся задняя часть, ребят. Пикап был полностью снят, кузов, был сварен полностью новый зад с подрамником. Подрамник мы вам сейчас покажем. И было удлинено, ну, где-то вот так вот примерно, только никому об этом не говорите. И этот автомобиль стал сейчас практически самым длинным автомобилем, который существует, потому что его длина без малого 7 метров. Вот. Ну и, конечно, тен был у всех, пока я строил эту машину, у всех голова болела, блядь, как же будет. Ребят, все просто. Заказывайте тент из ПВХ, одевается, накидывается просто, снимается просто. Все абсолютно. Ну вот получилась вот такая вот будка. Либо я не знаю, что там, на что это похоже. Но мне кажется, что автомобиль получился нормальным. И внешне, ну и, конечно же, он самый громкий, ребята. Если там кого-то сейчас бомбит, нет, ребят, он самый громкий. Хотите стать рядом, становитесь, послушаем. Вот, что это за говнобудка еще едет. Блядь, почему, когда снимаешь, постоянно каждый раз кто-то пытается, блядь, подъехать поближе и заглянуть, блядь. Ладно, короче, продолжаем. Так, что у нас там по плану, Миш? Усовершенствование авто... Нет, какой у нас там автомобиль, да? Автомобиль RAM, все понятно. 5,7 Хеми. Шикарнейший автомобиль, 400 плюс кобыл, прет как черт, жрет нормально, 15, если ехать по ветру с поднятыми парусами и по течению, вот, и пошло выше, по городу все 40 может хавать, вот, стоит дополнительная электрическая гидравлика, которая помогает поднимать все это. Управляется пультом дистанционного управления, сейчас покажем. Вот. Стоят дополнительные пружины. Так он, рессорная задница у него. Передние торсионы стоят. Ну, передние торсионы-то и так нормально все вывезли. А вот на заднице пришлось поколотиться и вставить дополнительные пружины. Мы покажем, как это выглядело. Это обычные волговские пружины были взяты. Обрезал я по витку и взял волговские чашки. Все было очень просто, я снял отбойники и поставил вместо отбойника в чашке, ну а в чашке уже вставил пружину. Но в пружину все равно вставил отбойник, потому что отбойник все равно должен быть. Вот. Че, Миш, показывать еще надо? Надо показать усилители, наверное, да? Понятно. Давай, усилители, аккумуляторы. Так, 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 так. Рассоединять можно, нет? Будет. Он... Бум, ничего страшного. Так, аудиосистема. По аудиосистеме все просто. Здесь стоит обычный пионер. Старый, уже таких не выпускают. К великому несчастью, сейчас выпускают одно дерьмо, по-моему. Вот. В принципе, не важно. Это можно делать с телефона, там, с iPad, с любого плеера. Нужен только джек и все, и работает. Дальше стоит, под низом стоит процессор.
ну, все покрутилки по директору видят, что это Helix. Одна единственная причина меня заставила это сделать. Мне нужна была вот эта штучка. Для того, чтобы сказать всем добрый вечер. Дискотека начинается. Вот. У этого процессора есть один плюс. Это можно переходить на любой из каналов. У Альпа это не получилось почему-то, блин, сделать. Херня полная. Вот. У этого процессора получилось. Он мне вынес, конечно, мозги мне и тем людям, которые помогали мне настраивать. Но, слава богу, все отстрелялось, а более-менее нормально. Вот. Стоит процессор и стоит вот такая вот штучка. Вот эта штучка как раз и есть для того, чтобы работал микрофон. Здесь можно одновременно, чтобы играла магнитола, и одновременно можно разговаривать. Все это сводится на вот этот вот сигнал на микшер, и микшер уже это все это разруливает. Это единственная штучка, которая, сука, дает чуть-чуть наводок в автомобиле. Вот. Ну, убавив чуть-чуть сигнал, даже эти наводки уходят. Вот. Дальше, пошли дальше. Да, тумблер, у нас же тумблер, да, Миш? У нас тут куча тумблеров и куча вольтметров. Стоит 5 вольтметров, вольтметры понятно почему. Потому что стоит литий, который приносит кучу, блядь, проблем с зарядом. И надо отслеживать постоянно напряжение на каждой банке. И стоит посередине общий вольтметр, который показывает общее напряжение в автомобиле. Дальше стоят тумблера. На каждый усилитель, который здесь стоит, тумблер стоит. Для чего это? Для того, чтобы можно было удобно, во-первых, настроиться. Во-вторых, перед каждым ответственным мероприятием я просто включаю тумблер по одному и слушаю, работает, не работает, работает, не работает, работает, не работает. То есть очень удобно и настраиваться, и проверять систему саму перед там ответственным каким-то мероприятием. Вот. Ну, дальше что? Дальше усилители. Дальше у нас усилители. Мега, мать ее, сука, установка, которая суммарная мощность 126 киловатт. 126 киловатт, это ни хрена не шутка. Если кому-то кайф заморочится, посчитайте, все просто. Итак, у нас стоит две полторашки, которые качают ВЧ, две трешки, которые качают драйверы, две семерки, которые качают середины, ну и, конечно же, 10 десяток, которые качают 20 сабов. На каждую десятку по 2 саба, сабы двухомные, однокатушные, в 1 Ом подключена каждая десятка, все это работает, вот, все работает замечательно. Автомобиль уже проехал немало километров, а в этом случае миль. Больше 10 тысяч миль уже проехали мы в этом сезоне. Это уже больше 16 тысяч километров. Вот. Все слушали это все. Всегда всем говорил, ребята, пощупайте усилители. В погоду там до 30 градусов, в принципе, можно двери даже не открывать. Стекло приоткрыл. И усилители себя чувствуют замечательно, при том, что автомобиль валит. Прям нормально валит в этот момент. Вот. По усилителям, по питанию. Ну, литий, естественно, здесь внизу стоит. Все очень удобно скомпоновалось. И все плюсы, минусы, они не превышают там 1 метра. Все очень компактно. Хотелось потом накрыть это все. Потом понял, что не стоит это накрывать, потому что постоянно что-то там добавляется, перебавляется. Тут недавно светомузыки добавили. Все-таки... Мое детство диско 80-х дает о себе знать и говорит о том, что надо все-таки, чтобы светомузыка была. Вот. Ну, светомузыка теперь есть у нас. Все шикарно, хорошо. Все, теперь что? Показываем самое главное. Поднимаем заднюю часть, раскрываем это все и покажем, как это все выглядит в разложенном состоянии. Ну, вот так вот, простым нажатием на вот такой простой пульт, который можно купить на любом рынке, блин, за шапку сухарей, можно поднять вот такую вот грандиозную штуку. Провод был сделан специально, подлиннее, потому что изначально не было понятно, куда смотреть и откуда будет наблюдаться за подъемом самой стены. Поэтому провод подлиннее сделали. Так, ладно, переходим к более серьезным вещам. Итак, ребят, подходим ближе. Здесь сразу видно все. Вот она, родная рама автомобиля, рессоры и дальше то, что называют подрамник. Основа любого самосвала,
это подрамник. Для чего это сделано? Для того, чтобы, во-первых, придать жесткости раме, во-вторых, это нужно для того, чтобы было куда упираться нижней части цилиндра. То, что верхняя упирается в верхнюю часть подъемную, понятно, а нижней-то надо куда-то упираться. Для этого была сделана вся эта тема. В общем, это в принципе всех самосвалов. Есть петли, есть уши, там пальцы. Все боялись, что не тонковаты ли пальцы. Нет, пальцы нормальные, все было приблизительно прикинуто путем научного тыка, так сказать. Итак, подрамник, ну и подъемная часть. Вот эта штука весит приблизительно, не, наверное, с подрамником она весит около 2 тонн, ну, минус подрамник, где-то 1800 тонн, где-то весит вся эта байда. Поэтому в момент, когда она поднимается, Dodge все-таки приседает. И чтобы он до конца не просел и не упал, стоят вот как раз те самые пружины дополнительные. Сейчас они в самом максимальном сжатом состоянии, потому что вес за задней осью, естественно, сейчас самая максимальная нагрузка, которая вообще может быть на эти пружины. Вот, под Мишей стоит ресивер. Ресивер на Зиловский, на 20 литров для воздуха, чтобы можно было прилично фафакать, когда бабка какая-нибудь перебегает не на тот свет, который положено. Вот. Ну а с той стороны в этом же месте стоит гидравлика. Вот электрогидравлика, 12-вольтовая гидравлика, 1,5 киловатта мощность, давит 160 атмосфер. Этого больше, чем достаточно для того, чтобы поднять эту штуку. Притом она даже если в 2 раза будет тяжелее, все равно она ее поднимет. Расчет был так, чтобы был хороший запас, потому что в момент, когда сейчас закинута вся эта байда вверх, самое удивительное то, что гидравлика напрягается больше всего не в тот момент, когда она поднимает, а в тот момент, когда она опускает, потому что слишком близко ось центрам, ну это в общем заморочка, ребят. Те, кто не будет это строить, это не надо, а те, кто будет строить, сами разберутся с этим всем. В общем, самое сложное здесь это опустить обратно, а не поднять. Поднять вообще элементарно, а вот опустить очень сложно. Все. А, вот у нас еще тут такая штука появилась. Кому будет интересно, это как раз таки ребята из Ростова, компания Лидер, мне помогли с этой штукой, помогли установить ее, помогли разобраться в ней. Это блок управления всей моей светомузыкой, вот, и все, что связано с ней. Надо теперь ее, мы ее недавно поставили, надо теперь ее запрятать, чтобы она не мокла. Вот так, все, пошли назад. Ну и приблизительно вот так приблизительно все это выглядит в развернутом состоянии. Все, кто это слышал, не дадут мне соврать, что это громко. А те, кто не слышал, ребят, это очень громко. И это гораздо громче, чем у вас. Потому что громче этой машины вы ничего не слышали. Ну, можно только в Бразилию поехать, фуры, конечно, послушать. Но немногие слышали из России, поэтому это самое громкое, что вы можете услышать. Пускай там пуканы чуть-чуть потрещат. Вот. Поближе к системе. Ну что, начнем с пищалок. Обычные DTC-38 они называются. Стояли до этого здесь бразильские прототипы, которые сгорели, к великому счастью, потому что не вывозили они то, что надо. Вот поставили 38-е, прям запело то, что нужно. Их, правда, в 2 раза больше по количеству, но по цене это в 3 раза меньше, чем бразильские, даже учитывая того, что их в 2 раза больше. Вот, все работает замечательно, все и их качает на каждую сторону по 1,5, то есть на все эти, сколько у нас их там, получается, 7, 21 штуку, 1,5. Вот, дальше у нас идут драйверы. Честно говоря, по драйверам вообще неоднозначное мнение. Наверное, все-таки на следующий год я их уберу. Посмотрю.
такая немножко бесполезная полоса, которая для нас не очень восприимчива. И я иногда их даже не включаю, потому что они людей напрягают. Это самая жесткая. Вот в Питере, когда я был, была грандиозная туса. Я заметил, что когда выключаешь драйверы, люди подходят ближе к машине, танцуют. Как только включаешь драйверы, людей сразу немножко в стороны шугает. Поэтому, наверное, все-таки уберу и добавлю больше середин. Середина у нас стоят EN6.5. Замечательные а-ля фиолетки, чернолетки, кексолетки, которые отработали сезон. К счастью, вообще ни одна не сгорела, не отломалась, не сломалась. То есть, в общем, за весь сезон пострадали только пищалки, которые были заменены. И один саб. У одного саба на кочках съехал мотор. Думаю, что это заводской брак. Вот. Так, по ЕНКам все ясно. ЕН, 6.5, фиолетки, а-ля фиолетки, чернолетки, кексолетки. Ну и сабы. Много всяких умников, умниц догадываются о том, что это, где это и как это. Ребят, это прототип, да, это бразильская модель, которая существует. Она была взята за основу. Сейчас они откатываются. Понятно, что есть недостаток один. Почему-то съехал там мотор, то ли от кочек, то ли может брак. Но хочу сказать, что за весь сезон пострадавший один саб, по-моему, это просто шикарно. Учитывая, сколько проиграл этот автомобиль и сколько он проехал тысяч миль и километров. Что из себя представляет этот саб? Это 15-дюймовая модель. Вес его 23-24 килограмма. Катушка 4 дюйма, намотки где-то порядка 2 сантиметров, вот, ферритовые, естественно, что еще сказать, ну, бумага, похож на лопушок, вот, но это далеко не лопушок, потому что лопушки стоят в других машинах, и разницу в звучании вы слышали. Это реальный SAP, который может выдержать 5 киловатт, я, правда, 5 киловатт не вливал. Но на замер у нас, когда мы замерялись, был замер официальный, который есть видео. Видео можно, ссылку, кстати, приложить. Замер был сделан специально для Бразилии. Так как автомобиль сейчас стоит на высшей ступени, то есть на первом месте в рейтинге бразильском, в классе Unlim 12 вольт. То есть бразильцы на 12 вольтах, у них максимальный результат на таких машинах был 142, и мы вот сразу привезли им 149 децибел. На 3 метрах становился датчик. Становится датчик, специальный бразильский датчик, который замеряет, не знаю, там от 0 или от 20, но до 300 Гц. Результат был показан 149 децибел, и это было 93 Гц. То есть на 93 Гц, на расстоянии 3 метров, 149 дБ. Показывали мы это очень аккуратно, потому как сезон был еще впереди, и рисковать особо не кайф было. Поэтому показали пока 149. Дальше будет видно. Вот. Так, что еще, друзья? Что вам еще интересно? Миш, что еще рассказать? Что мы еще не рассказали? Мне сказали про генератор под капотом. Один, да? У нас... Надо пошли тогда. Открыть надо. Да ладно, что, генератора-то никто не видел. Генератор все видели. Фишка в чем? Фишка в чем? Трос этот, кстати, все дают вопрос. Трос этот для просто успокоения сердца. В общем-то, это все держится нормально. Все изначально так и было. Но потом что-то мне, думаю, на всякий случай. Вот. И еще это видно, четко не надо ловить, потому как было чуть-чуть в свободном состоянии, заваливалось чуть больше, чем 90 градусов. Я поставил это ограничитель, чтобы понимать угол наклона. Так, ладно, по питанию. По питанию под капотом стоит 100-амперный аккумулятор,
все его прекрасно знают, обычный ХСЭ, и стоит Мехман генератор 370 ампер. Его вполне хватает для того, чтобы автомобиль играл весь день. Все это, кто видели, были поражены тем, что это так, но это именно так. Одного генератора 370 ампер вполне себе хватает. Необычность аудиосистемы питания в том, что она состоит из двух контуров. То есть контур, на котором работает автомобиль, независимо от аудиосистемы. И аудиосистема уже путем нажатия кнопки дистанционно подключается заряд самого лития. Вот. Для чего это сделано? Для того, чтобы не перезаряжать литий, и машина могла жить своей жизнью. То есть в момент передвижения там, на большие расстояния отключается литий, и машина просто едет на своей системе 12-вольтовой, обычный аккумулятор, обычный генератор 370 ампер. Как только надо заряжать, включается, литий заряжается, но тоже, правда, 12 вольт. Больше 14 вольт литий не заряжаю, потому что иначе начинают разбегаться банки. Все, как бы по питанию, все коротко, ясно, понятно. Всего две протяжки, два плюса, два минуса. Разница, конечно, большая, но этого хватает, чтобы зарядить литий и, в принципе, на нем валить. Генератор подпитывает это все. В моменты, когда нам надо было 220 вольт, у нас стоит преобразователь 2-киловаттный, и мы еще можем 2 киловатта раздавать. Кто видел наших айрменов кексовских, мы Лёлика и Болика, мы иногда запитываем их прямо от доджа, и они вполне себе целый день работают, потребляя 1,6 киловатта, по-моему. Так что он не то что от розетки не работает, он еще и сам розетка иногда бывает. Так что вот такие дела. Больше всех в шоке те люди, которые ставят сцены, которые собирают перед мероприятием сцены, которые ходят и просто охреневают от того, насколько это все мобильно и просто. Двери закрыл, кузов опустил, поехал. А громкость погромче, чем некоторые сцены. Так что вот такие дела. А по ощущениям далеко громче, чем любая сцена. Вот. Так что как-то так. Друзья, и самое главное, что мы вспомнили-то, вообще затея самого автомобиля-то была в том, чтобы его сделать уникальным не только то, что он там поднялся, раскрылся и валит. А уникальность автомобиля была в том, задумка вообще всей этой темы, чтобы он мог валить на ходу. То есть ни один пикап, ни один там, ни одна стена, да и тылы, которые там существуют, не могут полноценно ехать. Ну, я слышал, конечно, один старче рассказывал мне, как он по Екатеринбургу ездил с бусом с открытыми задними дверями. Ребят, ну, можно это, конечно, что угодно, но уникальность этого автомобиля в том, что он в сложенном состоянии, в закрытом, едет и валит на улицу, притом валит очень круто. Мы сейчас постараемся, конечно, снять, как это происходит, но не знаю, получится ли. Но фишка в том, что он без всяких проблем едет и валит сложенный, укрытый, там, зачехленный и так далее. Вот в чем фишка, в том, что автомобиль как на ходу, так и на месте умеет выполнять свои функции. Это на улице валит, друзья. Это валит на улице.
Ну что, друзья, я думаю, на этом можно завершить наш обзор. Если вас какие-то вопросы еще интересуют, может быть, доснимем потом все это. Наверное, обзор такой скомканный получился, потому что на днях мы уезжаем на море, все мысли уже о море. Поэтому, ну, что сняли, то сняли. Если будет плохо, переснимем заново. Пишите, комментируйте. Всем удачи, будьте громкими.